Фестиваль чувашской музыки в этом году проводится в 9-й раз, но именно он, по мнению организаторов, особенный. 27 февраля фестиваль откроется с гала-концерта. На нем будут представлены лучшие произведения чувашских композиторов. Прозвучат как хорошо известные музыкальные произведения из нашего репертуара, так и специально созданные для этого фестиваля произведения. Молодой талантливый композитор Атон Якшибаев создает музыкальную миниатюру «Родные узоры», которая основана на чувашском мелосе, и это произведение впервые прозвучит на нашем фестивале. Помимо местных артистов, в открытии фестиваля примут участие солисты из Екатеринбурга, Саратова и Москвы. После гала-концерта любители чувашской музыки ожидают еще 4 фестивальных вечера. В программе опера «Шивармань» и «Нарспи», сольный концерт Дмитрия Семкина и балет «Царь-беге». Поставлена задача, каждый солист должен спеть не менее одного произведения на чувашском языке. Такого, наверное, тоже не было. Исполнить оперные партии и концертные номера на чувашском языке для приглашенных гостей труда не составит. Все они уроженцы нашей республики, построившие международную карьеру. Впервые фестиваль чувашской музыки пройдет не только на главной сцене театра оперы и балета. Местные приглашенные солисты выступят в Новочебоксарске, Ядрине и Канаше. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.